Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Мир природы жизни». Находимся мы вот в таком прекрасном лесу. Решили перекусить, сделать шашлычок. И вот, видите, слой такой на столике снега. Чистим его вместе от мангала. Погода стоит прекрасная, солнышко. Морозец, минус 8 примерно. Будем сейчас гулять, пить кофе и жарить шашлык, друзья. Так, ребята, мангальчик мы уже собрали. Сейчас засыплем угли. И будем поджигать. Кстати, крупный какой-то уголь, да? Что это да. такое? Крупновоз. Бумага тоже. Да. Бумага тоже пойдет наружу. Сейчас будем поджигать. Морозец прям трескучий, минус 10, наверное. Посмотрим, как у нас разгорится сейчас все это. Классно. Будем использовать жидкость для рожек. Да. Вот немножко жидкости добавляем. Потому что так трудно разжечь. Ну, сейчас будем поджигать, посмотрим, как у нас пойдет огонек. Не хочет загораться. Не, его загорелся. Ну вот, дорогие друзья. Сейчас мы растопим угольки и будем делать шашлычок. Но пока можно прогуляться. Вот пока у нас угольки разгораются. Сейчас подготовим мясо. Медленно очень горят, но пусть горят, тем не менее. Вот такая сегодня классная погода. Очень красивое небо. Тут разгорелся огонек побольше. Нужно руки погреть. Все-таки морозец такой хороший. Ребят, пока суть додела, одеваем мясо на шампура. Ну, ждем, пока у нас угольки будут готовы. Аромат, конечно, стоит на весь лес.
хотя еще и жарить не начали. Еще где-то полчасика он у нас вот так погорит. Потом уже начнем готовить. Угольки уже почти готовы. Скоро начнем жарить шашлычки. Сейчас еще пошевелим их немножко. Угольки. Посмотрим. Да, вон видите, еще такие красненькие. Хорошие. Вот когда дует ветер, с деревьев прям слетают такие белые покрывала. Очень трудно зафиксировать. Как только начинаю снимать, они уже как бы и пролетели. Как все равно отряхивает себя снежок. Ну, вообще классно, сейчас можно немножко здесь пройти. Сказка просто. Они прям примерзли, снег прям плотненький такой. Красиво. Очень, друзья, красиво в лесу. Так, там наш столик стоит. Ждем угольки, когда будут готовы. Наступил час X, наконец-то мы кладем готовиться. Шампура. А сколько они где-то часик должны, да? Да, ну, минут 20. А, ну сейчас туда-сюда их будем ворочать. И будут готовы у нас такие лесные шашлычки. Вот смотрите, как красиво, видите? Прям все улетит с деревьев. Запах пошел на весь лес. Вот дымок пошел. Еще, наверное, сверху будем минералочкой поливать, да? Можно их еще сверху полить, но пока не будем поливать. Будем поливать еще одну минералочку. О. Ну вот, теперь остается только ждать. О, красота какая. Ну и, конечно, самое главное, что это все в таком месте хорошем. Ну вот, прошло у нас минут 7. Немножко поджарилось. Там, короче, ждем, дорогие друзья. Вот так. Народу здесь никого нету. Ну, знаете, это место редко кто знает. Кто очень далеко уже в лесу находится. Немножко водички надо подлить. О, хорошо, минералочки. Сейчас перевернем. По чуть-чуть могу его хорошо прожарить.
Пропекается шашлычок, жарится. Я еще решила кусочек хлебушка поджарить. Не знаю, может кто-то любит, кто-то нет. Вот так вот, видите. Минуты две я его так держу. Вот видите, он что-то поджарился. В принципе. Цель моя немножко его подсушить. Он тогда становится как свежеиспеченный. Здесь на него еще сок шашлыка попадает. Вот видите. Будет очень вкусно, аппетитно. Шашлык мы покупали уже готовый, не заморачивались. Самый простой, советский, с уксусом. Есть такой шашлык, подвесной. Так, ну вот, друзья, хлебушек у нас немножко поджарился уже. О, можно его будет попробовать. Красивый какой. Снежок падает. Горячий. Вон какой. Прям хрустящий, ребята. Какой вкусный. Очень вкусный. Так что жарьте хлебушек тоже. Пока суть додела, можно попить кофеек. Ой, немножко разлила, но ничего. Горячий хлеб оказался настолько вкусным, что я решила еще два кусочка положить. И теперь он наравне с шашлыком у меня вот так вот жарится. Еще, знаете, может, сыграла роль хлеб с семечками. И вот он очень даже ничего такой. Так, ну еще осталось, наверное, минуток 10, и шашлычок уже будет готов. Вот, смотрите, какой интересный лед, когда тает вот вокруг мангала. Прям причудливыми такими формами становится. Так что хлебушек очень вкусен. Рекомендую. Ну вот, полчаса прошло. Шашлык почти готов. Сейчас мы его будем снимать. Честно говоря, пока шашлык, мы уже наелись хлеба жареного. Но, тем не менее. Вот он. Нормально, да? Подрумянился со всех сторон. Сейчас будем снимать. У нас все по-простому, по-спартански. Такой мини-поход. Шашлык, кетчуп и хлеб. Все, больше ничего нет. А, нет, есть еще кофе. Вот так. Дальше тоже будем снимать. Друзья, снимаем первый шашлычок. Да, вот он какой классный, аппетитный. Так что осталось добавить кетчуп. И все. Перекус готов. Что, ребята, остается нам только попробовать. Так. Берем шашлычок. Немножко кетчупа. Все, готов. Очень вкусно. Все, друзья, всем крепкого здоровья, удачи, пока-пока.